Итак, вот, собственно, мы на кладбище. Прибыли на кладбище, с нами Рацо. Вот. Негоже отпускать девушку одну на кладбище. Мало ли что может случиться. Так. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Карта острова Краба. Это, я так понимаю, это назад. Так, 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 здесь у нас ничего. Давайте поговорим с Рацио, наверное. Рацио осторожный парень, но я думаю, он хорошо справится с работой. Рацио? Рацио? Ай, капитан? Да, капитан. И все? И все? Весь разговор? Окей, ладно. Так, что это у нас светится тут? Туда не подходит. Ладно, телескоп, статуя Таннера, железная ограда, табличка, тубус. Окей. Давайте почитаем, что у нас там в табличке написано. На этой табличке немного сказано о жизни Таннера. Эту статую возвели в честь Балкерберри, Таннера, исследователя и путешественника. Среди множества его достижений было открытие пустого острова. Много слухов ходило относительно существования карты сокровищ, которую он создал. Окей. Так, железная ограда. Это просто декоративная изгородь, но пары железных прутьев не хватает. Я не могу снять отошедшие прутья голыми руками. Голыми руками. Так, с чем мы можем попробовать снять? Может, рацию? Нет. Мечом? Тоже нет. Ну, давайте по порядку. Спички Никарабога-то точно нет. Дублоны нет. О! Пистолет. Ладно. Может, у меня нет боеприпасов к ним, но я рада, что ношу эти пистолеты. Так. У этого фрагмента редкая форма. Кусок железа, кусок железа. Ух ты, ничего что. Зажим. Мы сделали зажим. Изготовлена на заказ пара плоскогубцев. Окей. Так. Давайте посмотрим, что у нас. Статуя Таннера. Должно быть, Таннер любил себя, раз это установили после его смерти. Ну, не факт, может, просто народ любил его, поэтому и возвели статую. Я испытываю желание засунуть цветок за его ухо. Но я должна уважать мертвых. Какие-то у нее странные желания. У этой Морганы. Так, телескоп. На телескопе статуи есть линзы в конце. Это кажется странным. Я не могу добраться до него без подставки. А подставка? Кто у нас подставка? А подставка у нас Рацио, наверное. Будет. Так. Окей, ладно, давайте сначала посмотрим, что вообще здесь имеется у нас в округе. Конец этого цилиндра выглядит, как будто должен оторваться. Эта часть статуи полая. Интересно, что там? Так, интересно, интересно. Мне нужно что-то типа зажима, чтобы открыть это. А у нас есть зажим? Окей. В смысле? У нас же есть зажим. Ладно. Пока оставим. Жуткий лес. Почему же кладбище строят в жутких местах? Я не буду удивлена, если оно было построено на старом индийском захоронении, знаешь ли.
Ну да, ну да, я тоже согласен. Только дурак будет ходить один по такому месту, или такой, как Диего. Так. Плоская могила. Кажется, светлячкам нравится летать вокруг этой плоской могилы. Здесь ничего нет. Понятно. Что-то с могилой надо будет делать. Так, цветочки, смотрите, плакат. Тут разыскиваются светлячки. О, тут не один плакат. Это единственное место, где я видела такие цветы. Они такие красивые. Оп, цветочек подобрали. Они испускают резкий аромат. Давайте посмотрим. Разыскиваются Джон Блэк Лагун, Фрэнк Айнстейн, Дрейк Ула. Я никогда не слышала о них. Наверное, это местные бандиты. Окей, чё ж ты оттуда убежала-то, блин? Надо светлячков еще посмотреть. Светлячки красивые, но также немного пугают. Чё они тебя пугают-то? Нет, не поймала. Я не могу сделать это голыми руками. Голыми руками. У нас есть баночка. Нет? Окей. Баночка не подходит. Так, что у нас? Давайте рацию. Рацио, можешь мне помочь? Я хочу кое-что посмотреть в телескопе. Это приказ? Если хочешь, я это сделаю. Нарывается, нарывается. Я что-то вижу тут, но не могу понять точно. Слишком темно. Угу. Надеюсь, мне не придется делать это слишком часто. Что, слишком тяжелое? А где же это? Возможно, мне каждый... не каждый день. А где же это женское? Ты что, имеешь в виду, я толстая? Так, понятно, надо светлячков как-то поймать. Fireflies are beautiful. Так, издают резкий запах. Может, на цветы они полетят? Нет? Ну, этим точно мы не поймаем светлячков. Так. Фрукт? Нет. There's nothing here. Здесь ничего нет. Так. А вот и запара небольшая. На могилку цветы положить? Нет. Вообще-то на могилу цветы ложит. Она взяла бутыль положила. Просто бутылка не поможет. Я слышал, они любят сладкое. О. Вон в чем дело. Груша же сладкая, в смысле. А что у нас еще сладкое? Рацию, ты сладкий? Резкий запах. Нет. А может так? Нет. Цветы растворяются в алкоголе. Приятно пахнет. Sweet. Ага. Нектар.
Понятно. Оп, мы сделали фонарик. Отлично. Я поймал светлячка. Она так радуется. Возможно, мы сможем разместить это как трофей на стене каюты. Может, ты будешь драить палубу следующие 6 месяцев? Какой свирепый капитан у нас. Так. Давайте засунем эту бутылку со светлячком сюда. Это великолепная идея, но на этой стороне статуи нет отверстия. В смысле нет отверстия? Вот оно, дупло. Просто на статую, что ли, навести? А, ничего. Сейчас это выглядит устрашающе. Ха-ха, прикольно. Так. А теперь рацию. Там у нас осветилось все, да? Получается, давайте рацию. Рацию, можешь мне помочь? Я хочу кое-что посмотреть в телескопе. Ну, это мы уже читали, ладно, на всякий случай еще раз прочитай. Так, я что-то вижу, похоже на какую-то комбинацию. Так. В смысле? Рацию, ты что меня опустил? Perhaps not every. Так, еще раз. Рацию? Я что-то вижу, похоже на какую-то комбинацию. Так. А как нам? В смысле, я нажимаю на действие, а она выходит. Что нужно делать-то? Perhaps not. А, нифига себе. I can spin the circular. Я могу крутить пластину моим самодельным зажимом. Ага. Let's try it and попробуем, посмотрим, что из этого выйдет. А, ничего себе. Внутренний круг и внешний круг. Так, и вообще какую комбинацию надо сделать-то? Я что-то вообще не въезжаю. Давайте. Давайте внутренний круг. Внутренний круг это получается вот это. Внешний круг это вот это. Давайте, наверное, я не знаю, давайте... Право, налево. Что изменилось? Странно. Не знаю. Какой последовательности вообще это делать? Походит на вот комбинацию сейфа. Возможно, мне нужно найти комбинацию. Ну, комбинацию. А где ее искать, эту комбинацию? Таблички, может, что написано? Это что-то большое. Нам нужны какие-то знаки, которые укажут на карту сокровищ. Разве карта Бриско не ведет к сокровищам? Едва ли. Думаю, это просто подсказка к следующему шагу. Ха. Что там появилось? Мне нужно найти последнего члена команды.
Так, у нас тут заданий вообще куча. Близко хочет легендар. Мне нужно найти карту сокровищ. Мне стоит вернуть долг отцу. Мы еще отцу должны. Мы же долг так и не вернули. Окей. А, что-то. Я же не... Я могу выбрать пластины мои самодельным зажимом. Попробуем и посмотрим, что из этого выйдет. Так. Внешний круг. Я не знаю. Итак, друзья, я тут бегал-бегал кругами, бегал, искал подсказки и ничего не нашел. Вообще не... про эти комбинации вообще ничего. Вот. Потом тыкал наобум просто. И вот такую комбинацию я натыкал. Ну, загрузился, конечно, заново сейчас. Вот. И получается, у меня такой вот внутренний круг. Один раз направо-назад. И внешний круг два раза налево. Как-то так. Эй, у тебя получилось, капитан. Ты когда-либо в этом сомневался? Нет, конечно нет. Я не знаю, что в ней. Я понятия не имею, что в ней может быть. Похоже на часть сломанного каменного диска. Похоже, там добра немало высыпалось из тубуса-то. Тут странная маркировка по всей поверхности. Я не знаю, что это может быть, но я уверена, что это важно. Никто не знает, сколько оно там пробыло. Взгляни сюда, Рацу. Я никогда не видел этот остров. Я тоже. Интересно, что означает буква «Б»? Ты думаешь, что карта, которую мы нашли, ведет к сокровищам Таннера? Похоже на то, но если так, нам нужно больше информации для полного понимания. Где мы ее найдем? Возможно, на пустом острове, куда мы отправляемся. Но это доказывает, что я была права, что сначала прибыла... на остров Краба. Бриско однозначно будет рад этому. Итак, прошли мы главу. Пришлось немного попариться. Вот. Вам покажется серия не такая уж и длинная, но я посидел и попарился над головоломкой приличного времени. Вот. Чтобы... не растягивать видео, и мне пришлось обрезать его. Это все-таки как летсплей прохождения игры. Вот, и я заканчиваю серию. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. Вот, все ссылочки будут в описании под видео. А я со всеми прощаюсь, до новых встреч, всем пока.